Четырех краснокнижных соколов-балабанов выпустили барнаульские орнитологи на волю. Причем у птиц есть особенность – необычайно редкий, почти исчезнувший в природе темный окрас, так называемая темная морфа. Балабанов вырастили в питомнике редких птиц Алтай-Фалькона Алтайского госуниверситета. С помощью особых методик специалисты обучили пернатых охотничьим навыкам, подготовив к жизни в дикой природе. По словам орнитологов, за 10 с лишним лет работы питомника они выпустили на волю более 400 особей редких и исчезающих видов птиц – соколов, филинов, орлов и других.